Сочи победой сборной России завершился 6-й международный турнир по боевому самбо. Нашим спортсменам противостояла сборная мира, куда вошли сильнейшие спортсмены из США, Канады, Великобритании, Бразилии, Казахстана и Узбекистана. В центральном поединке сошлись полутяжеловесы, чемпион мира и Европы Вадим Немков и бразилец Хоаким Феррейра. Схватка завершилась молниеносной победой россиянина нокаутом на 22-й секунде первого раунда. За ходом состязаний наблюдали президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев. Глава российского государства поздравил победителей турнира и отметил мужество и мастерство всех его участников. Это вопрос из серии «Зачем люди лезут в горы? Зачем прыгают со скал? Поднимаются в небо? Опускаются на дно моря?» Люди делают это для того, чтобы победить прежде всего себя. Действуя за гранью возможного. И вот таковы наши герои сегодня. Они действуют за гранью возможного. Они настоящие мужчины. Поздравляем победителей и желаем успеха всем спортсменам. Благодарим наших гостей за то, что они сегодня с нами демонстрируют свое искусство. И пожелаем им удачи и в спорте, и в жизни. Они этого заслуживают. Спасибо.